Друзья, мне пришел вот такой девайс из Китая. Сейчас я его вскрою. Вот такая вот коробочка. Не буду вас томить. На самом деле это зарядное устройство. Заряжать автомобильный, снегоходный, мотоциклетный и крупной техники аккумуляторы. 12 вольт. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что там есть. Что он из себя представляет. Так. О, вот он какой. Вот он какой. Всего лишь шнур в розетку. Шнур в розетку и клеммик, клеммы на аккумулятор. Вот. Все здесь регулируется. Параметры. Вот так. Я уже таким пользовался у товарища. Мне понравилось. Я решил себе такой же выписать. Если интересно, как он заряжает, говорите, запишу. У меня есть на балконе аккумулятор. Ждет давно, чтобы я его повосстанавливал. Да, кстати, этот прибамбас, он занимается вежливым восстановлением аккумуляторов. Да. Все, спасибо за внимание.